Глава всех государственных и частных школ США на протяжении последних 150 лет. Учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американским общественным деятелем во второй половине 19 века, с той поры не менявшейся. И только в некоторых штатах, отдельными законами штата, разрешено школьникам не произносить эти слова вслух, если они противоречат их какой-то там толерантности. Но присутствовать при этом они обязаны каждый год. И это 150 лет. Я, кстати, предложил бы, чтобы у нас не писали Министерство освещения. Да, я предложил бы. Я предложил бы как рекомендацию нашей комиссии официально аналогичную систему предложить в наших школах, прямо сейчас, прямо сегодня. Вот. Пожалуйста, в силу тех полномочий, которые у вас есть, попробуйте это реализовать. Коллеги, есть ли возражения на предложение членов комиссии? Кто за? Давайте поднимем руки. Кто против? Пожалуйста, это единогласное решение, мы это пишем в протокол, направим в Министерство просвещения. Спасибо.